продолжаем семинар. Пишите ваши вопросы. Я постараюсь ответить на то, что на ютубе. Дежуриться, хлопцы, любые хаси. Скоро прийде наш Машиах, будем уродити. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне не буду так нравиться, там мало слов, почти нет слов, а столько, много Бога. Классно. Да, друзья, продолжаем тему истории христианства, да, но христианство-то, да, но мы видим корнями-то откуда вышло. С неба и из Израиля. Собственно, да, продолжение той же самой политики Бога, его заговора всемирного такого по спасению рода человеческого, да, всего, да, вот действительно, да, да. И главным действующим лицом в этом заговоре стал сам Иешуа. Да, такой, знаете, засланный казачок, такой, да, Штирлиц отдыхает. Он пришел на эту землю и действительно совершил то, что совершил. Удивительно. Его первое пришествие, оно стало сенсации такой, знаете ли, карты все спутало всем религиозникам. Его второе пришествие будет не менее, да, даже еще более удивительным, и оно точно спутает все карты религиозникам, уже христианским. Поэтому о пришествии, вот накануне Нового Завета, как говорится, да, накануне Рождества, накануне прихода Спасителя, тоже были очень разные понимания. Да, того, как он придет, вот, но он пришел не так, как даже читали люди у пророков, понимали, а так, как он сам захотел. И второе пришествие, подозреваю, будет также в его репертуаре. Он делает все так, что слава только лишь ему достается. И вообще, и все наши представления просто рушатся вообще, стандарты наши все как-то в ничто обращаются. Сегодня такие стройные теории вообще. Наверное, даже Иисус в шоке, наверное, да? От многих семинарских наших представлений, этих, да, академических учений, да, да, традиционных писятников, харизматов, адвентистов, баптистов, методистов, католиков. Я уж вообще не говорю, молчу про православных. У нас тоже есть, мы сами с усами, есть чем Господа удивить и порадовать. Но вы знаете, его планы, они действительно, да, у пророков сказано, да, Иисус сам сказал кое-что о втором пришествии, да, апостолы сказали кое-что. Но это такие, знаете, вот такие, такой подмалевочек совсем, это не картина сама еще, это так лишь вот проявляется будущий шедевр просто, огромный шедевр. Но мы одно знаем, что скоро, очень скоро мы увидим Господа. Уже 2000-летия поем, да, примерно такие песни, да, но знаем, что скоро, очень скоро. Ну, всего-то в небесном измерении всего-то пару дней прошло-то. Да, даже еще не полных 2 дня. Представляете, так что он не особенно задерживается-то. Пару деньков так с отцом чайку попить. Это в нашем измерении уже там 2000-летия, конечно, да. И мы там, да, в сердце не угаснет. Господь говорит, да, не угаснет, да, это прекрасно, все хорошо, я иду, уже иду. Да, поэтому, да, гряди, Господи Иисусе, так заканчивается Библия, Новый Завет, но это все только лишь начинается на самом-то деле. На самом деле все вообще весьма интересно даже происходит на земле. О, да, и церковь, рождение церкви произошло, да, на Голгофе, на кресте, это рождение. Хотя многие говорят в день Пятидесятницы, но это как бы не совсем точно. Потому что в день Пятидесятницы Дух Святой пришел уже, сошел на церковь, уже облег силу свыше, уже, да, уже существующий, уже, да, это единство, единение людей, душ людских, любящих Иисуса, да, верующих, что Иисус и есть Христос, Сын Бога Живого. Дух Святой облег силу свыше уже, да, эту организацию Божью, да, людей своих.
Удивительно. И первая церковь, она была мессианской церковью. Это была мессианская община. Собственно, с этого небольшого ручейка начинается река. Да, с этого, да, действительно, небольшого тогда ручеечка. Человек 120 было всего лишь, представьте себе, там, в горнице. Хотя Иисус, когда Он воскрес уже, Он приходил порой большим собранием верующих, да? Помните, у Павла пишется, что однажды более чем 500 братьев явился, да. Больше 500 братьев. Ну, наверняка там были и сестры, как же без них, да? Наверняка там еще, может, и дети были, я не знаю. Ну, короче, ну тысячное собрание, если представляю сразу, если больше, чем 500 братьев там. Не считая женщин и детей. Да. Так что, но дождалось именно обещанного от отца человек 120. Вот. Но это были те как раз, вот там и мама Иисуса была. А идише мама, да. Она была такая, да, это мама. Мама такая еще, да, да, мама. Ну, сегодня, конечно, мы ее знаем как Пресвятая Богородица, Царица Небесная, но на самом деле никакого отношения этот культ не имеет к Марии, к Марьям, то есть скромной, благословенной, да, еврейской девочке, девушке и женщине, матери Иешуа, да, и мы знаем из Писания даже, что не только Иешуа. Иешуа был первенцем, там была большая семья, пятеро братьев перечисляются, и сестры написано, там греческое слово, подразумевающее даже не две сестры, а три и более. То есть это, ну, по тем временам большая семья, 10, даже, например, 10 человек, это было, ну, обычным довольно по тем временам событием. Вот, так что Иосифа и Марию Бог благословил, но их первенец, это, конечно, что-то с чем-то, это уникально. Это шедевр, это действительно от Духа Святого, да, это действительно то, что прежде, нежели сочетались они, да, она уже имела от Духа Святого. И рождаемое святое. Действительно, это тайна, загадка, как оно произошло вообще, чудо. Кстати, я и в мечетях проповедовал не раз уже, мне давали слово, да, в мечетях, в очень разных притом даже. Вот, и не только в масихитских, как и мессианские иудеи, есть масихитские мусульмане тоже, на Кавказе Северном, допустим, да, собрания такие, мусульман веры евангельской, вот таких вот, да, такие мечети, такие, где на намаз собираемся мы во имя Иисы, Аль-Масиха, вот, и читаем уже Новый Завет, читаем Евангелие, да, значит, и назидаемся, культура мусульманская, а нутро уже такое Христово, да, и кто... Да, там и совершаем и погружение, там и прочее, прочее. Да, интересно очень даже служение. И это по всему, по сути, Северному Кавказу движение такое, масихитское, мусульманское движение такое. Или исахиты еще их называют, исахиты. Вот, но чаще всего масихиты. Вот, интересно очень. Но я проповедовал и в таких обычных мечетях, то есть не только в масихитских собраниях таких, и в масихитских мечетях, которые чаще всего по домам собираются, мечети такие. Вот, значит, просто там обычно первый этаж, там, допустим, особенно в Дагестане, там многие там братья, там они первый этаж своего дома большого, такого, да, выделяют под мечеть именно непосредственно. Вот. Вот, и на втором, уже третьем живут сами, вот, семьей, а первый этаж полностью под мечеть отдают. Вот мечеть мусульман веры евангельской. Да, интересно очень даже, да. Там такие чудеса такие происходят вообще. Да. Но я и в таких обычных мечетях тоже проповедовал не раз уже, вот, и в Карачаево-Черкесии, и в Киеве, и в Татарстане, в разных очень регионах, вообще странах, и вот давали слово. И я всегда старался как раз указать на Иису Аль-Масиха, на Иешуа Ха-Мошиаха, да, на Иисуса Христа, как на действительно Избавителя, сверхъестественного Целителя, Освободителя, Господа и Спасителя. И я как раз рассказывал вот этот эпизод, там из Корана, там семейство Имран называется вот этот сура, где как раз говорится о сверхъестественном приходе Машиаха, о том, что Масих, он родился именно от Духа Святого, Руаха Кадош, да, там на Коране, в Коране говорится Рух Кудус, Руаха Кадош, да, он пришел на Марьям, и она забеременела сверхъестественно и родила сверхъестественно дитя. Вот, и я обычно говорил там, братья-мусульмане, слушайте, говорю, ну, кто еще приходил вообще вот на землю вот таким образом? Только один человек, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, говорю. Да, вот так вот. Вот, да, сегодня я вижу, что Господь готовит огромное пробуждение, уже такое глобальное. Глобальный мир, он просто, ну,
ждет большого глобального пробуждения, не местечкового уже, такого трансконтинентального, межконтинентального, действительно глобального пробуждения. Как, допустим, в древности, когда Иисус родился, то глобальный мир строился по-римски, это звучало как католический мир, то есть всеобщий, универсальный такой мир, и римские императоры со времен там, Цезаря, Юлия, называли себя католическими императорами, то есть вся империя, вся ойкумена, вся обитаемая вселенная как бы была под властью Рима. И все дороги вели в Рим. И построив такой максимально возможный на том уровне развития цивилизации глобальный мир, все были созданы условия, они создавали все условия, римляне сами того не знали, даже дороги прокладывали, не знали, что они прокладывают дороги Евангелию, благовестию. Сегодня даже неверующие историки признают, что как раз именно благодаря глобальному римскому миру Евангелие в первом же поколении достигло всех краев, всех стран, народов, вообще даже за пределами Римской империи, за пределами ойкумены, обитаемой цивилизованной земли. Вот, потом Великая Британская империя. Британская империя вообще превзошла все, что знало человечество до того, и по времени своего существования, и по территориям охваченным. Великая Британская империя была самой большой в истории человечества империи. Да? Поэтому, особенно викторианская эпоха, 19 век, в 19 веке, значит, поговорка была такая, что земля, что солнце никогда не заходит над землей, ее величество, говорили британцы. Потому что во всех часовых поясах были земли ее величества, были земли Великобритании. Вот, и действительно, самая огромная империя из когда-либо существовавших в истории человечества. Благодаря этому английский язык стал языком межнационального общения до сего дня, в общем-то. И так что, когда мы поем пасхальное «To let my people go», большая часть земли знает, о чем идет речь. Вторая часть догадывается. Да, и, в общем-то, интересно, действительно, да, пасхальное послание «Отпусти мой народ, по добру, по здорову, а то пожалеешь». Ну, в общем-то, да. И Британия, построив огромную империю, да, ну, как бы, я думаю, что королева, при всем уважении, да, значит, даже Виктория, не имела в виду, что строит империю для того, чтобы было пробуждение большое христианское, допустим. Хотя миссионеров великое множество английских и англоговорящих по всему миру тогда в 19 веке распространилось во всех странах, так или иначе, на всех континентах. Вот, но благодаря вот такому глобализму тогдашнего, да, вот британской короны, Евангелие достигло всех уголков земли, так или иначе вообще. И великое пробуждение, волна за волной, великие пробуждения вот конца 19 века, начала 20 века, они, в общем-то, обязаны вот британской короне. Интересно, но корона есть над всеми коронами. Сейчас новый виток глобализма. Да, и римская эпоха, и британская просто отдыхают в сравнении с тем, что сейчас наблюдается уже на сегодняшний день. И, конечно, как и тогда, так и сейчас, для кого-то это повод для паники, мы все умрем, как бы, и все прочее. Но если люди религиозно ждут конца света, я им обычно говорю, не дождетесь. Тикун улам, есть такой еврейский наш ответ Чемберлену. Да, действительно, да. Исправление мира. Мы знаем, будет конец тьмы. Не конец света, а конец тьмы. Вот, так что... Вот, и действительно, да, мы ожидаем Спасителя Господа, да, и это не будет похоронкой, да, это будет торжественное, это будет величавое, да. Фу, да, удивительно. Так что мы накануне такого глобального пробуждения, огромного пробуждения. Билли Грэм, как говорится, царство небесное уж брату, да, баптист по своей конфессии, евангелист по призванию, он говорил на одном из последних крусейдов, как раз, что за последних 30-40 лет 20-го столетия обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа своим личным спасителем Господом и приняла крещение
по доброй воле, доброхотно, по вере в Иисуса Христа погружение это совершило, как обещание Богу доброй совести, примерно столько же людей, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую, 19,5 столетий вместе взятых. Представляете? Вот это да! Это 30-40 лет 20-го столетия. Я был на конгрессе, когда последний раз, в Атланте, Джорджия. Там, значит, Южных Баптистов конгресс. И там со всего мира информация туда сходится, как раз о всех общинах, христианских церквях, конфессиях, деноминациях. Еще Билли Грэм начинал этот как бы, ну, сбор информации. И так вот, было оглашено, что первые годы, первое десятилетие, там, тогда было еще 21-го столетия, оно уже превзошло все там 30-40 лет последних 20-го столетия. Представляете? То есть, может быть, нам, сидя в окопах, здесь, может быть, не видно всей картины, но общемировая картина, она как раз говорит о том, что мы где-то уже в начале огромного большого пробуждения, которое так или иначе и африканские страны многие охватывают, уже Латинскую Америку, Индокитай. Вообще удивительно. И я думаю, что и Феодосия, и Крым отведена не последняя роль вообще в этом. Слушайте, да, в процессе глобального пробуждения. Так что да, и мы здесь тоже не лыком шиты. Знаете ли, и по нашим берегам тоже Иешуа ходит. Да, и не просто ходит там, да. Да, он. Да. Когда святые в рай идут, когда идут, когда идут, когда святые в рай идут, и я хочу, Господь, вместе с ними, когда святые в рай идут. Удивительное, да, удивительное пробуждение последнего времени. Так вот, и 2000-летия вот истории христианства, истории церкви, многому чему учат. Особенно вот касательно Израиля, касательно вот, наверное, знаете, в этом втором уроке я расскажу как раз, как произошло вот это разделение, как отделилась церковь от Израиля, а Израиль от церкви, как все происходило и как началось смешание христианства с язычеством. Кстати, кому интересно, если кто будет в Симферополе, вот, в начале мая, как говорится, you welcome, добро пожаловать, 7-го в субботу, у вас здесь шаббат же будет, ну, мало ли, кто-то будет там, допустим, в Симферополе, церковь Слова Жизни, 7 мая будет тоже целый день семинар, посвященный как раз вот тоже теме истории христианства, но там будет немного в другом ключе как раз. Буду рассказывать о процессах смешания христианства с язычеством и о том, как это происходило. Но сейчас я тоже кое-что расскажу. То есть, кому будет более интересно, более подробно, то да. Или же включайте там потом канал Ютуба. Да, не забывайте подписываться. Да, канал так называется, архиепископ Сергей Жовлев, ваш покорный слуга. Так что пишите письма, высылайте деньги. Короче, да, пусть Бог благословит вас. Вот, так что да, не, ну надо же продвигать канал-то, в конце концов. Я его давно уже зарегистрировал, просто последние годы я устал так вот его уже популяризировать. Надо было раньше начинать, вот, а потом только жалею. Вот, ну, вот, долго запрягаю. Да быстрее езжу, наверное. Посмотрим, как оно пойдет дальше. Вот, нужно, ну и как бы амбиций у харизматов научился. Как бы, ну, я сразу так наметился на 1 000 000 подписчиков, так вот. Как бы, ну, пока даже 10 тысяч набрал, ну, ладно, думаю, как бы начало, только начало, старт, надо же как-то стартовать, как-то, да, с чего-то начинать, потом дальше больше. Дальше в лес, да, толще партизан, или злее партизан, не знаю, как там назвать. Вот, ну, вообще, тем очень много, на самом деле, тема реформации, тем вот именно как раз вот посвященных реформации православия и всего мирового христианства, тем более, что в моем сердце и мессианское движение, мессианское пробуждение, я верю, что мессианское пробуждение последнего времени, оно будет огромным благословением и для православия вообще, как такового, и для всего мирового христианства в целом. Вот, и среди протестантов это уже свершившийся факт, по сути, уже это очевидно. Среди католиков это уже так уже, ну, не совсем очевидно, но уже, да,
многие, я посещал католические общины, да, которые, ну, такие, такого мессианского, такого плана уже, да, вот, и это прекрасно вообще. После Второй мировой войны как раз у них начался процесс такой постепенной, такой как бы реформации, да, после Второго Ватиканского собора, это 60-е годы, да, уже получается 1960, какой там, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Ну да, где-то в эти годы несколько подряд собирался собор Второй Ватиканский, на котором, вот, собственно, был взят курс на как раз реформацию. А перед тем, еще перед собором, там Павел VI, по-моему, не помню, как звали папу, называли его тогдашнего, скоропостижно так скончавшегося, к сожалению, да. Ну, говорят, его вроде как устранили свои же там контрреформаторы. Внутри церкви там полно тоже, к сожалению, контрреформаторов. С этим тоже я сталкивался. Вот. И, ну, по крайней мере, молитва прозвучала впервые тогда еще до Второго Ватиканского собора. Молитва прозвучала покаяние в антисемитизме, молитва отречения от антисемитизма, молитва благословения Израиля, благословения еврейского народа. Вот, уже прозвучала. Потом она звучала при Иване Павле II, хотя оставаясь на уровне лишь слов, молитвенных слов, но и это хорошо уже, конечно, хотя бы это. Вот, хотя деньги ватиканские шли для как бы кормления палестинских мальчиков, но это все знали, что это все идет, конечно же, да, на, по сути, бомбы, ракеты и якобы на поддержание палестинской автономии. На самом деле там было ясно, очевидно, куда идут деньги, к сожалению. Поэтому, несмотря на покаяние, как бы даже публичное покаяние Ивана Павла II, я, конечно, рад за это, но деньги, они важнее слов. Слова им тоже нужны, да, но иногда деньги говорят громче, чем слова, намного громче. И вот благодарю Богу, что буквально вот последние эти годы сейчас много денег. Ватикан — это же еще большой банк, это огромные деньги вообще. И сейчас все больше и больше денег именно вот реальной идет инвестиции именно в экономику Израиля, да, слава Богу. То есть уже идет от слов к делу уже, процесс идет постепенно, не так быстро, но идет. Вот, дай Боже, конечно. Вот, так что молюсь об этом, молюсь за католиков, но особенно, конечно, переживаю за православных, особенно мое переживание, потому что, ну, у кого чего болит, да, вот, я переживаю, в первую очередь, за православие, потому что православие, к тому же, в целом, если брать в целом, из всех существующих христианских течений является, ну, самым антисемитским вообще, к сожалению, самым антисемитским, поэтому, да, я и сам выходец из традиционного православия, поэтому сейчас как реформатор тружусь, вот, но понимаю, что очень немного пока еще православных священнослужителей выступает, вот, ну, поднимает голос правды именно на самом деле. Но это связано еще и с тем, что подавляющее большинство наших священнослужителей еще, ну, люди невозрожденные свыше, как правило, вообще. Поэтому нельзя требовать, да, с козла молока, как говорится, да. Здесь такое дело, пока не родишься свыше, оно как бы и не увидишь царства, понимаете ли, да. Ладно, друзья, и вот интересно, что церковь христианская много проблем имела в средние века, в раннее средневековье еще, но самое первое, с чего начиналось, как раз именно антисемитизм, представляете? И сегодня, кстати, историки многие, католические, ну, всемирно известные историки, да, признают этот факт. Среди православных историков очень тяжело этот факт признается, как бы лишь со скрипом как-то. Но католики это признали уже официально, да, что именно самой первой проблемой, с которой все остальные проблемы церковные, они стали рождаться, как раз это был антисемитизм. И это заявление кардинала и архиепископа Вены, и папы римского Бенедикта. И вот, то есть это заявлялось уже не раз уже с разных таких, ну, больших подмостков, таких больших сцен католиками, слава Богу. У нас пока еще все со скрипом идет, настолько все как-то медленно очень, но идет все-таки. Вот нынешний патриарх московский, да, Кирилл Бундяев, всея Руси патриарх, он когда был еще архиепископ, нет, митрополитом уже был, по-моему, митрополитом, да, смоленским, калининградским уже, вот он давал интервью, которые на самом деле очень прогрессивные.
Я не знаю, помнит ли он сейчас сам свои те интервью старые, но тогда это была надежда на реформацию, на самом деле, большую реформацию. Вот это интервью в 91-м году, оно сделало шум большой, и в начале 92-го года. Я был тогда молодым священником в Рязани, служил в самой Рязани и в Рязанской области, тоже на приходе служил, настоятелем храма. Вот, и в 91-м году как раз меня рукополагали во время путча, да, как говорится, да, страну пучило. Август 91-го, да, да, но меня рукополагали. И это было в Рязани, ну, в Москве часто бывал, там, интересно, танки в городе, люди ходят такие, все возбужденные такие, я приезжаю с электричкой рязанской, там глаза вот такие, что происходит, там даже там, памятник Ленина как раз хотели завалить его, ну, зря не завалили, правда, тогда, значит, ну, как бы, Володя-то, ну, как бы там мнение толпы разделилось, одни за, другие против, короче, ну, как бы, так ничего не решили, ладно. Я там постоял, пошел дальше, посмотрел, интересно. Но Феликса Железного завалили все-таки там. Да, интересно очень было наблюдать за всем, что происходило тогда, в те годы. Вот, и, а там вообще радикальные такие какие-то там товарищи предлагали, вообще вперед на мавзолей вообще, вынесем тело, как говорится, да, закрываем дело. Вот, но так и не пошли. Вот, значит, и там батюшки какие-то выступали местные, московские. Ну, рязанские молчали вообще обычно, там, как бы, ну, Рязань косопузый, как мы говорили, там, молчала. У нас в Рязани грибы с глазами, говорит, едят, они глядят. Да, так что на всю Русь славились галлюциногенные рязанские грибы. Да, и... Не, ну интересно, в Рязани тоже были интересные вещи, но, честно говоря, рязанских священников больше в 91-м году потрясли даже не вот те московские события там, да? Ну, у нас тоже вышли там, значит, Рязанское десантное это училище там, или как там они назывались? ВДВ, да, ВДВшники. Вышли там прям строем, как декабристы, так интересно так, с нашивками такими, триколоры нашили. Вот на себе, значит, ну такие еще, как власовские, такие вот эти, треугольниками такими. Первые самые, еще как бы не знали, кто победит вообще, как бы еще непонятно, чья власть, короче, еще. Но они уже с этими нашивками идут там. А там, а я как раз в Рязань, ну, там улица Каляева раньше называлась она. Сейчас как-то ее переименовали все-таки, слава богу, да. Вот, значит, как раз к собору шел Борисоглебскому на служение, на литургию раннюю там. И смотрю, они прям строем прям идут, так чух-чух-чух, так интересно. А там дедушки, бабушки по улочкам стоят и там шипят на них. О, белогвардейская сволочь повылезала здесь. Короче, а я иду, а я еще стою, рот разинул. И там одна бабка на меня. И попы здесь повылазили, короче, на меня. А я прям сижу, думаю, вот, и мне досталось на орехи. Я ни при чем вообще, я без флага просто иду, короче. Меня тоже записали белогвардейцы, короче. Думаю, да, времена такие. Так такие бабки зашибут вообще. Вообще. Я бегом туда, значит, на службу. Я говорю, да, нет, я что вспомнить. Но вот, честно говоря, рязанских священников наших тогда больше потрясли вот эти вот церковные такие события. Вот, даже не политические, а больше церковные эти события потрясли. И вот особенно интервью тогда Кирилла, нынешнего патриарха, а тогдашнего смоленского, калининградского митрополита. И вот, значит, и удивительно, в этом интервью было несколько таких революционных. Там у нас там был протодиакон один. Он аж это, возмущался, аж тряс, и сам трясся весь там. Вот там, ох, типа, ересь, жидовствующие повылазили, как бы так на мне показывают на всех нас там, да. Вот, значит, и он там подчеркнул прямо аж в этом журнале «Родина» и «Огонек», и какой-то еще журнал там. Большие журналы, это интервью перепечатывали тогда. Вот, и касательно еврейского вопроса, значит, там вопрос был, там много вопросов было задано, и вот касательно еврейского вопроса. И вот тогдашний смоленский и калининградский Кирилл, да, он, значит, сказал примерно следующее, там, не помню дословно, но там стоит того, наверное, чтобы это поискать теперь все-таки. И как-то, наверное, даже напоминалку, о чем бы, я бы даже ему послал бы даже, почему бы нет. Вот напомнить, иногда нужно напомнить человеку его же слова. Вот, когда вспомнишь, тогда вот задумаешься. А он очень мудро сказал тогда,
тогда он очень мудро сказал, что нужно пересмотреть весь еврейский вопрос, отношение к евреям в духе Второго Ватиканского собора. Что как вот у католиков был Второй Ватиканский собор, и нам, православным, нужно тоже нечто подобное. Пересмотр, покаяние в антисемитизме. И там целая колонка была посвящена евреям. Думаю, вот это да. Вот себе, да. Дальше больше. Там еще он вообще заявлял о необходимости реформ, там, и языковой реформы в церкви, чтобы отстать уже окончательно от старославянского, мертвого языка, вот, чтобы служение было понятным людям там, и прочее, прочее. Ну, одним словом, для протодиакона нашего это было как бы больше, чем достаточно, чтобы там как бы разразиться там, уже громами, молниями, там, о ересе жидовствующих вспомнил. Там, короче, вот так вот, да. Но у нас там были такие батюшки, да, ой-ой-ой, еще. Да. Но вы знаете, интересная вещь. Прошли годы, и сегодня вспоминаю вот те события, я думаю, что это было как толчок. Еще не само извержение, знаете, для самого извержения не произошло еще тогда, но как толчки огромного пробуждения. В начале 90-х это, наверное, были толчки именно этого пробуждения. Землю потрясло, но не было еще вот этого огромного движения, о котором еще и Хадсон Тейлор пророчествовал в конце 19 века, другие многие там учителя, там пророки, очень интересные. О великом пробуждении здесь, вот на постимперском пространстве, огромное пробуждение духовное будет. Да, дамы и господа, и вот, возвращаясь снова в ту тему, как раз церковь Израиль, началось все с антисемитизма, на самом деле стали отцы церковные, по сути, плевать в колодец, с которого сами же собирались пить потом. А еще хуже даже, рубить суп, на котором сами же сидели. По сути, отрыв от корней, он хотели на зло Израилю, сделали только хуже себе вообще, честно говоря. Хуже себе сделали только. Вот. И, ну, там даже с чего начинать-то. Кстати, начиналось с Пасхи, кстати, да, вот. Ну, таким, по крайней мере, известным событием, второго столетия еще, прошло всего-то, церкви христианской было всего лишь 100 лет там, в обед, как говорится, да? Это сейчас уже 2 тысячелетия, тогда всего лишь там 100 лет было. И большинство римских обывателей, да и власти римские, в принципе, христианство воспринимали как одну из сект иудаизма, как бы, в то время, чаще всего воспринимали как, ну, в иудаизме есть разные секты, тем более, что христианство, оно продолжало такую школу линии Шамая, вот, как бы, ну, это как бы, вот, в принципе, где много язычников было, в принципе, как бы, было более или менее объяснимо для обывателя римского этим все, вот, тем более для властей. Так вот, и поводом для столкновения послужило вот время празднования Пасхи и вообще сама Пасха. Вот дело в том, что тогдашний римский папа, это Виктор, по-моему, звали, я уж запамятовал. Одним словом, римский епископ второго столетия один, он заявил, по-моему, Виктор, он заявил, что пора нам, христианам, как бы отказаться от вот такого единения с евреями. И пусть римские власти видят, что мы не евреи, и евреи не мы. И вот он заявил, что самым лучшим убедительным фактом будет разное время празднования праздника Пасхи. Давайте мы будем праздновать попозже. Вместе с, ну, тем более для большинства обращенных, в Риме большинство обращенных были язычники. Евреев мало было. И было заявлено, почему бы нам не попраздновать вот воскресенье после уже, после времени там весеннего солнцестояния, то есть, ну, чтобы был воскресный день, Sunday, день солнца, как бы, да, вот, почитаемый был. И, в принципе, у римского епископа нашлось немало сторонников. Но возразили ему и всем его сторонникам малоазиатские епископы. Там их много было, епископов. Нынешняя Турция и Ближний Восток. В принципе, епископы тамошние заявили примерно следующее, что не видят никакого смысла в переносе дат, потому что 14-го Нисана праздновали и тогда, в древности, и сейчас, и как бы в изменении дат в этих не видят никакого смысла. И заявили, что мы не подчиняемся такому решению папы, да, значит, мы заявляем, что мы сами будем проводить.